Масштабную аферу с картами для льготников выявили в региональном Минтрансе. Специалисты выяснили, что на протяжении нескольких лет перевозчики проводили огромное количество поездок через терминалы, просто прикладывая к ним проездные несуществующих пассажиров. В дальнейшем сотрудники Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области, будучи введенными в заблуждение на основании представленных отчетов, перечислили на расчетные счета вышеуказанных организаций субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой льготной категории граждан Курской области из областного бюджета. В результате умышленных преступных действий областному бюджету причинен ущерб на сумму более 150 миллионов рублей. Материалы передали в полицию. Резонансная история вышла на федеральный уровень. Сюжет о предполагаемом мошенничестве вышел в программе «Вести. Дежурная часть». В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело. По факту совершения сотрудниками транспортных организаций, индивидуальными предпринимателями из числа перевозчиков Курской области хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению, а в области продолжится реализация транспортной реформы, одна из целей которых – прозрачность расчетов.